Хочу еще раз поблагодарить всех наших партнеров-автоброкеров, всех наших экспертов, тех, кто выступает на конференции сегодня, и тех, кто активно нас поддерживает в качестве зрителей. Спасибо вам. И продолжая тему Леонида, хочу сказать, что мы ищем партнеров, единомышленников во всех регионах нашей страны, которые могли бы быть представителями в своем регионе, а мы представляли бы их интересы в своем регионе. У нас есть несколько предложений и вариантов для возможного взаимовыгодного сотрудничества. Мы приглашаем региональных автоброкеров, отделы трейд-ин официальных дилеров, байеров, автоэкспертов, инвесторов и просто заинтересованных предпринимателей и в этом бизнесе для совместной деятельности. Чтобы понять, для чего нужно развивать партнерскую сеть, я бы хотела задать вам несколько вопросов из следующей презентации. Итак, как вы считаете, выгодны ли у вас предложения от классифайдов, банков, страховых компаний? А если бы оно было оптовым для партнерской сети, было бы намного выгоднее? Вопрос на засыпку. Так, следующий слайд, пожалуйста. И еще раз следующий. А теперь, сколько покупателей разворачиваются и уходят, не найдя подходящего автомобиля на вашей площадке? А сколько бы вы продавали автомобилей, если у вас в продаже было бы 10 тысяч автомобилей? Тоже вопрос на засыпку. Следующий слайд. Как вы думаете, сколько партнеров по бизнесу у крупных холдинговых компаний? Партнеров, которые получают доход с продажи автомобилей. Они же как-то договорились между собой? Ну, значит, и мы сможем. Следующий вопрос. Вы видели рейтинги? Топ-10 компаний по количеству продаж автомобилей с пробегом по России. Пожалуйста, посмотрите на презентацию. Как думаете, на каком месте может быть партнерская сеть автоброкеров в России? Ответ очевидный. Я думаю, на первом. Ну и последний вопрос. Какой статус и роль обретет партнерская сеть автоброкеров, если она окажется на первом месте в рейтинге? Такие вопросы для размышлений я задаю всем нашим сегодняшним зрителям. Спасибо за внимание, и я передаю слово моему коллеге Виталию. А здесь, кстати, вы увидите контакты, можно отсканировать QR-код и получите полную информацию, как с нами связаться. Еще раз спасибо за внимание.